В прошлом январе я поставил 7 целей, вообще без грамма веры, что у меня получится сделать хотя бы половину. В этом видео хочу подвести итоги, сравнить план с фактом, а в конце расскажу, как попасть ко мне на стратегическую сессию. Как оказалось, долгосрочное планирование – это невероятно полезный инструмент. Поэтому досмотри это видео до конца, погнали. Меня зовут Иван Репин, у меня диджитал-агентство – и 5 лет я живу в Таиланде. На этом канале я рассказываю, как зарабатывать деньги онлайн и как построить системный бизнес. Начнем с главной цели и главного фейла. Я решил, что цель войти в топ-100 диджитал-агентств – это романтично, это замотивирует команду и так далее. Но когда я начал разбираться в вопросе, делать шаги в эту сторону, понял, что меня вообще не зажигает эта цель, а команде не до этого, а она фигачит проекты. Мы даже сделали ресерч, и Таня собрала большой документ с инструкциями, чек-листами для разных площадок. Если кому надо в топ-100, ссылку оставлю в описании, пользуйтесь на здоровье. Еще посоветовался с наставником, он уже проходил этот путь и сказал, что это трудоемко, и на данном этапе игра не стоит свеч. Я прислушался к нему, к себе, к команде, потому что мы стараемся быть пластичными и легко закрываем недочитанную книгу, если книга неинтересная. Тем более у нас еще в запасе осталось 7 целей для каждого отдела. Поехали по порядку. Первая цель – собрать Dream Team. В ней были две основных задачи. Нанять недостающих людей в команду, чтобы занять все 7 стульев и подумать, как выйти из операционного управления. И внедрить Welcome Board. Нас было 12 человек в начале года, стало 22. Я хочу отдельно отметить, что у меня очень крутая команда. И я рад, что классных людей становится все больше. Мы так быстро выросли, в том числе благодаря грамотной воронке найма с формами и внедрение такого инструмента, как Welcome Board. Что это такое? Welcome Board – это отдельный проект со списком задач и инструментов, которые один за другим выполняет каждый сотрудник. Знакомится с корпоративной культурой, пишет тут же ответы на вопросы, настраивает сервисы, например, учета времени. И на выходе у нас готовый к работе человек, во внедрение которого я не потратил даже 5 минут. Кайф, всем советую. Основную часть команды набрали, поэтому в следующем году планирую нанимать руководителей. Руководителя проектного отдела, РОПа, это в первую очередь, может быть даже операционного директора. Посмотрим. Поэтому, кому интересно попасть в нашу команду, подпишись на наш телеграм-канал. Там будут анонсы свежих вакансий. Не дожали 30% из-за разных причин и событий, но точно выросли по сравнению с прошлым годом. У этой цели было 4 задачи. Первая и самая простая – поднять ставку. Мы просто подняли цену, и денег стало больше. А что, так можно было, что ли? Потом мы разработали новый сайт необыкновенной красоты. Зацени. Протестировали B2B услугу и нашли очень классных партнеров, команду разработчиков Q-Team. Сделали с ними уже штук 7 сервисов и мобильных приложений в этом году. И это только начало. Четвертая задача. Больше работать с иностранными клиентами за доллары. Доллар в течение года менял курс, поэтому фокус был не всегда на иностранные заказы. Но в итоге несколько кейсов появилось в нашем портфолио. Ссылку оставлю в описании, посмотри потом для вдохновения. Эту тему я прям заманьячил. Получил тайскую карту, чтобы оплачивать иностранные сервисы. Боль многих предпринимателей в этом году. Открытие этого года – сервис Finolog, потому что он гораздо круче Excel. Если коротко, я теперь вижу все заказы в разрезе «кто кому должен». Я могу отгружать этапами, например, дизайн, прототип, верстка. Разобрался, что такое дебиторка, кредиторка. Собрал базу всех контрагентов с информацией и реквизитами.
настроил PNL. Раньше я смотрел все по ДДС и часто был на границе с кассовым разрывом из-за большого цикла сделок. Научился читать отчеты и принимать решения на основе цифр. Могу вносить платежи на ходу через мобильное приложение. Еще взял две платные консультации с экспертом-фенолога в начале года и в конце, чтобы разобрать накопившийся вопрос. Красота. Это вообще тема для отдельного видео, поэтому если интересно, напишите в комментариях, я сделаю подробный разбор сервиса. Еще подключил сервис для бухучета Эльба и электронный документооборот в Диадок. В этом отделении красота и порядок. Едем дальше. План на год был выполнить и запустить 50 проектов. В итоге сделали 34. Это меньше, чем даже в прошлом году 41 проект. Но по деньгам выросли за счет более крупных и долгих проектов. В следующем году, думаю, вообще даже не ставить цель по количеству, она на самом деле только мешает. 22-й год был насыщенный на криптовзлеты и падения, мы не остались в стороне, запустили нашу NFT-коллекцию, заработал я на ней немного, но очень кайфанул от касания с Web3 и всей этой модной криптодвижухой. Про это есть отдельный ролик на канале, если интересно, посмотри. А мы переходим к очень интересной теме. Консалтинг. У меня уже есть два курса про управление агентством и про работу в Notion. Второй курс, кстати, даже взяли в каталог платформы SkillCup. В этом году я решил попробовать себя в консалтинге. Как оказалось, для многих людей мои знания и навыки очень полезные. Уже взял 4 проекта и чувствую много энергии и положительный фидбэк от ребят. В принципе, для меня новое только то, как у тебя расписана карта. Вот. Остальное мне все нравится, я попробовала, это 100% работает, это определенно меняет жизнь вообще. У меня всегда проблемы с дисциплиной, ну, потому что я пришла к выводу, что я скорее чейнджер, чем раннер. Вот тайм-блокинг — это вообще очень классная штука, потому что так ты находишься хоть в каких-то рамках, и у тебя хватает времени на все самое важное. Я вижу, понимаю цель, которая у меня есть большая на этот год касаемо бизнеса, и вот мне нужно было разложить это по полочкам, вот как раз я увидела, как это у тебя, и займусь. С точки зрения компании, капец как полезно. Ты поглощен тем, чтобы улучшать там своего персонажа, улучшать свои какие-то показатели в карьере. Там, если это гоночки, там новые обвесы на машину покупать там, и так далее. Вот у меня примерно такой же уровень азарта сейчас в плане нашей компании. То, что мы сейчас прописали, это очень классная визуализация того, к чему реально может прийти компания. И, черт возьми, я хочу это реализовать. Откликнулось вот то, что все-таки дисциплина, когда это все вот выложено вот так на карте твоей, то она не становится какой-то преградой. Ну, то есть, мне кажется, оно легче пойдет. Я прям настолько легко прошло эти 3,5 часа, я даже и не заметил. Самое главное открытие здесь — расписание. Я вот сейчас для себя понял, дисциплины не стоит бояться, потому что вот это логично, что если ты себя видишь кем-то и кем ты представляешь, хочешь быть, то нужно в своей жизни под это отводить место. Понятно, с чего начинать, понятно, как в целом заполнять. Но в остальном все круто, спасибо. Есть 3 формата. Консалтинг. Это когда я рассказываю теорию, показываю, как у меня решены те или иные запросы и даю практические задания. А студент сам или с командой идет и делает. Второй вариант – воркшоп. Это когда мы садимся на 2-3 часа и делаем вместе. Такой формат обучения называется Learning by Doing. И третий формат — это внедрение.
когда собственник ставит задачу, а мы под это делаем проект, и я с командой создаю готовую систему. Обучаю команду клиента, записываю инструкции и регламенты, как этим всем потом пользоваться. Есть видение, что когда-нибудь этот юнит превратится в отдельный акселератор, но пока по факту это Академия системного бизнеса. Буду дальше разбираться, как, что такое управленческий консалтинг, что такое Decision Tree. Поэтому, если интересно, заполни форму на бесплатную диагностику. За 30 минут мы разберем, какой у тебя запрос, и точно дам какую-то пользу. Если понравится, можем дальше пойти на платные услуги. Что сделали? Протестировали продажу цифровых продуктов на стоках. Вот такой милый набор стикеров сделали и раскидали на 5 основных площадок. Пока, по-моему, не было продаж, но как только у меня будет свободный иллюстратор или дизайнер, я теперь знаю, чем их занять. И в будущем это точно даст какой-то профит. Еще мы нашли SEO-специалиста, классный спец, который колдует теперь над нашими проектами. Лицензия AmCRM у нас не пошли. Пару созвонов я, правда, только сделал, но, возможно, нам туда и не надо. Достаточно хороших интеграторов AmCRM уже на рынке. Еще мы нашли классных ребят, Дима и Катя, которые закрывают вопросы по SMM и ведению соцсетей наших клиентов. Партнерку с реферальной ссылкой получил в сервисе Финолог. Реально лучший сервис финучета, на мой взгляд. И я так говорю не только потому, что реферальная ссылка в описании. Отправил заявку на партнерство в Asana. Вот это очень интересно было бы внедрять Asana и зарабатывать на этом регулярно. У нас так-то 25 тысяч задач пробег за 6 лет. Мне просто нравится сама модель с регулярными платежами, поэтому в новом году мы ее продолжим качать в нашем агентстве. Я продолжаю качать личный бренд. Тут все грустно, но сюда мы будем смещать фокус в следующем году. Пока результаты такие. 0 новых наград на Behance, хотя было пару кейсов претендентов. 10 тысяч подписчиков не набрал, набрал 1800. 50 шортов не сделал, хотя прошел курс Марины Могилко по коротким роликам. Тут красота и порядок. В феврале взял занятия с психологом. Скажу честно, мне не очень зашло, но я точно буду пробовать, тема интересная. Особенно Дашкиф интересно рассказывал про ДПДГ. ДПДГ. Что это? Деактивация переживаний движением глаз, по-моему, так называется. Или EMDR по-английски есть. Фильм «Миллиарды» смотрел, сериал да. «Миллиарды». Помнишь, там толстый прокурор такой был? А он пошел к другому психотерапевту, там есть кадр, где он сидит, там такая лампа, и бегает такой огонек. Налево, и он глазами так смотрит. И он глазами так смотрит. Так вот. Вот. Вот это ДПДГ. Это одна из самых научно обоснованных методик быстрого снятия тревоги, стресса или какого-то, когда тебя триггерит, что-то бесит, или там ты чувствуешь, что ты сливаешься с чего-то. Ну, короче, очень такая эффективная штука. Я понял, что мне сейчас больше психолога нужен ментор. Нашел человека, максимально похожего на мою точку Б. Стоит, правда, 50 тысяч рублей в час, но занимаемся мы не часто. В основном, когда накапливаются какие-то вопросы. Работа с ментором такого уровня — это больше не про то, что надо делать, а про то, что надо не делать. Я к чему тебя призываю? Не включать режим китайского комсомола, сам проблему придумал, сам ее героически решил. И в этом году много учился проектному управлению и внедрил даже регулярный менеджер. Не прям классический, по скраму у нас не прижились ежедневные стендапы, не прижились еженедельные созвоны, ретроспективы со всей командой. Но главное изменение, я смог реализовать вот такой подход с помощью двух проектов и еженедельных отчетов. Я больше не нахожусь внутри проектов, я не читаю чат, а смотрю на портфолио проектов и читаю раз в неделю отчеты. Отчет состоит из трех вопросов. Что сделали за неделю? Какие есть трудности? План на следующий спринт? И один отчет работает в три стороны. Я держу руку на пульсе, и этот отчет мы отправляем клиенту в рабочий чат. Клиенты счастливы и гораздо лучше понимают, что происходит в проекте в целом. И на случай, если проект пойдет на повышение, заболеет или, не дай бог, уволится, новый человек сможет
прочитать отчеты по проекту и за полчаса погрузиться и подхватить работу. В результате такого простого действия я раньше тратил на операционку 30 часов в неделю, а сейчас трачу 30 минут. Ставь колокольчик, если тоже хочешь выйти из операционки. И осталась личная цель – построить дом мечты. Проект уже на финальной стадии, участок мы подготовили. Про дом вообще есть отдельный ролик на канале. Посмотри, если интересно. И ты молодец, что досмотрел это видео до конца. Если хочешь попасть ко мне на стратегическую сессию, заполни форму и увидимся на разборе. Разбор бесплатный. Поделись этим видео с друзьями, если кому-то из них может быть интересно. А если не смотрел видео про стратегию на 2022 год, тоже зацени. Классный ролик. И спасибо за твое время.